love is a lie. And so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then firelight will catch us stumbling in. Очень дорогой штатив. Да, вот это реально. Вау, чего тут только нет в нем. Офигеть. Ну, то есть мы можем их просто, да? Вообще песня. То есть у нас будет кружка, будет цветочек. Но заодно я так сильно. Подписывайтесь на ее канал, ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Пишите грубые комментарии. Чисто, Аня. Я твой хейтер. Так, съемочный процесс. Юлиана этому не очень рада. Я сегодня на проработке лимонадов. Ну как на проработке? Пришла СММщица наша, и мы снимаем контент для Инстаграма. Точнее, не мы, она. Я больше не веду Инстаграм наш рабочий. Я сейчас делаю лимонады, украшаю их и прорабатываю, можно так сказать, потому что лимонад мы еще особо не готовили. Короче, посмотрите на эту красоту, что у меня получается. Я вообще в восторге, в диком. Наконец-то. В общем, вот такие. Вот такая красота. О, вообще. Потом, когда мы их размешаем, это вообще классно будет. Винки, сейчас подумаю. Скажи мне, значит, какой... У него эффект блестки поднимутся, да? Он станет однородного цвета и блестки появятся. Можно вот это взять? Да. Там дыня? Да. Дыня, лимонграсс, жасмин, орхидея. Дыня очень чувствуется. Орхидея и... Мы сейчас умрем. Посмотрите, что она приготовила. Мы сейчас просто умрем. Я тебе записала отзыв на YouTube. Ой, а запах какой, блин. Жалко, что нельзя через камеру передать. Вообще. О, все, понятно, зачем сейчас покупала. Пойду я фотографировать. Угу. Невеста. Ничего себе! Какая красота. Просто посмотрите, какая красотища у нас сегодня. Это. Я не могу, как красиво! Я просто в шоке. Это просто роскошь. Шел третий день с челкой. Теперь я поняла, в чем проблема. Проблема в том, что когда тебе ее укладывают в салоне, это одно. А когда ты укладываешь ее сам себе, это совсем другое. Рабочий. Уйдите со своим этим самым. Это с камерой или с собой? Я сегодня злая. Как собака. Нет, даже если не злая, когда как собака приблизит вот так мой. Готова? Готова. Я сегодня злая, как собака. Дегустационный стол. Киноэффект включить. О, так вот кино. Киноэффекте втройне еще интереснее выглядит, да? Да, за такое кино, мне кажется, еще не платили. В таких кинах мы еще и не снимались. А что, может, я тут? Ой, вообще... Как по мне, островато немножко, но они такие красивые. Мы просто каждый раз, когда видите, мы едим. И мы едим вес кофе. Вы одинаковые. Вы просто мужское различие и тебя. Да, да, это правда. Если бы не встретила такого человека, я бы сюда меня ногами оторвала, серьезно. Если бы назвал меня еще и мужскую, так как у тебя. Я вообще, я получала бы первым рейс. Вот я себе не думаю, что думаю о нем. А я всегда о других думаю, не о себе.
Чё? Я, между прочим, без отношений. Человек без отношений раздает совет об отношениях. Забираем Дарью мужчины. Смотрите, как красотка. Сначала сотрудник Альфа-банка, а дальше сам министр Центробанка. А в чем проблема? Нельзя. Нельзя, типа, вам выходить или что? Нет, в рубашку, которую ты работаешь, нет. Мы сегодня встречаем Николая. Николай у нас сегодня заселяется вот в такую чудесную квартиру. Очень красиво здесь все, очень аккуратно. Завидую ему, потому что я бы сама в такой жила. Короче, это роскошь на грани разорения. Вот такая принцесса. Я надеялась влезть в это платье, я в него влезла, но... Не сказать, что оно прямо идеально сидит на мне. Ну, да, надо скинуть пару килограмм тёте, а что? Но в любом случае мне нравится это платье, это мое любимое. Ну и плюс это размер L. У меня охуительно классная идея. Вы же знаете, что мы с Николаем немножко того. Сначала мы делаем парные татуировки. И сейчас я хочу, чтобы мы сделали парные футболки. Я заказала белые футболки на ВБ. Заказала акриловые краски по ткани. Я надеюсь, что они реально по ткани. Ну, так написано, по крайней мере. Кисточку. И нам теперь надо будет обмазать руки двумя цветами. Розовым и лавандовым. Лавандовый мы получим смешанием фиолетового с белым. И, короче, идея такова. Футболка, да, надета. Мажем руки. И вот так вот обнимаешь, и остаются отпечатки сзади на спине. Остаются отпечатки вот так. Я считаю, что это гениально. Я, во-первых, такого еще нигде не видела. Во-вторых, если получится плохо, это просто будут домашние футболки. Это будут домашние футболки, но вот такие вот кастомные, ручной работы. Футболки, кстати, неплохие, приятные. Ткань мне даже понравилась. Я не знаю, насколько Николай оценит эту идею. Если он ее не оценит, я не знаю, я просто скажу: Вань, тебя вообще никто не спрашивает. Еще заказала Николаю вот такую цепочку на шею. Ой, danger. Надпись, конечно, как будто бы кринж немножко, но я бы себе такую заказала. Я себе такую и закажу. Красиво, стильно, модно. И это очень похоже на Николая. Николай, как вам ваша квартира? Без мата, Коль. Охуенно. Так, можно зайти переночевать. Ты что, офигел? Я выбирала лучше. Тебя? Себя? Я всегда себя выбираю, Николай. Ну, лучше же. Главное, чтобы меня тоже выбирали всегда. Конечно. Много денег не живу. Есть отчетка? Есть. Давай. Что тебе дать? Отчетку. А мне что будет? Я тебе скажу, что я тебя люблю. Ебать, спасибо. Не удивись. Поехали. Поехали. Так, нам надо с фиолетом сделать... Что? Ничего, ничего. Нам нужно сделать... А включи свет. Хуяк, и курьер приходит. А потом добавить фиолетовый чуть-чуть, да? Смотри, какой цвет будет. Нам нужен лавандовый. Нежный. Ты молодец. Все, оставь камеру, сейчас мы будем делать... Приколы. Приколы. Бля, на этого нам должно хватить на две футболки. Женские. Фу, нет. Нормально.
конечность будешь мазать. Николай, быстрее, я его сахаю. Я очкую, нормально. Только аккуратно, Коль. Не переживай. Повернись. Бля, кайфово. Ну, вот это слишком растопырило пальцы. Надо было мне типа просто надо было обнять. Нормально. Может, тебе еще что-нибудь припечатать? Печатай, я все равно дома не буду гонять. Я вообще никого не понял. Нет. Да. Слушай, мне кажется, даже испортили, ну ладно. Так, не снял, не поел. Угу. Поел. Поел, довольный. Что, вкусно хоть? Да. Да? Ну ладно. Главное, что вкусно. Здесь были пальцы повара. Откуда ты знаешь? Если бы я только знала, что на этой маске будет Пикачу и вот этот вот покемон, я не знаю, как его зовут, я бы взяла несколько этих масок. Это Gem Solution, если что. Я брала их подружки. Если увидите, девочки, берите, не задумываясь. Пока вообще не работает. Ориентировочно на 13 число пока планируем к открытию. Так что приходите, будем ждать вас. Всего доброго. Такие дела. Я говорю, беда, там уже давно он валяется, этот. Он посмеялся, сказал, придет. Девочки, у вас снимается какая-то камера? Сможем ли это? Фоткаться, если только за баром стоять вот так. Может так вот тень. Да. Хорошо. Ага. Я возьму сначала вот. Так, автоматизацию заходим, потому что здесь будут развернуть. А, у тебя медленно, да, он работает. Нифига себе, тут система! Только бы тебе ничего тут не долбануть. Её красивая, она тоже. О! Это что за подклоны такие? Паша, блин! Вот так вот. Что за подклоны? Сейчас, подожди, я ещё потом. Когда они хотят, чтобы я отсюда уходила. Давайте. Ну, конечно, я бы тоже плакала, что так машину продавала. Девочки, продается Range Rover красного цвета, белый салон. Панорамная крыша, подожди. Панорамная крыша? Ну вообще! Давай. С днем 24-летия снова. Мам, я вчера целый день вообще была занята. Ты, кстати, можешь нас поздравить, мы больше, чем мы дело сделали. Дома. Регистрация. Обещал, делай. Все. А как получается сказать? Дороги ночью, дорогие наши гости. Да. Будущее, настоящее, да. И прошлое. Меню. Когда можно будет посмотреть меню кухни? Красиво. Она взяла просто... Понять, чего. Офигеть. Ага, это такое аутоиммунное заболевание. А, ну вот у меня тоже вот эта вот херня тоже оказывается. Не все так просто, короче, зарплата пойдет, пойду, короче, по врачам. А, вчера смотрела очень много видео по кофе. На одном джиггере делается маленький капуч, а на двух это и есть флэт вайт. Вот почему наш флэт вайт здесь все любят, потому что он у нас супер крепкий на четырех. Вот, и Паша говорит, что на четырех. И поэтому у нас капучино. Но я говорю, а в чем тогда логика? Почему у нас и маленький капучино, и средний, и большой на двух джиггерах? Я говорю, это что такое вообще? Короче, на одном джиггере будем делать капуч. Вообще, можешь ее хоть домой забрать, это твоя. Но поглазить нам всем дашь сначала ее. Так, а что там? Подожди, сейчас я быстро. Машуль. Есть сейчас. Угу. Да, стажировочные. Бариста у нас. Бариста, давай с девочки начнем. Так, с Ани. Смотри, из-за того, что у нас как у нас получается? Из-за того, что у нас не будет официантов, как будто бы так.
Так, о, Лилия, смотри, это любимая Николая. 132 литра молока. И... Точно столько? Николай, смотрите, кого я тут нашла, ваша бывшая. Ха! Дева Мария. Символ непорочности и чистоты. Понятно. Скажи... Я бы хотела сказать, что утро начинается не с кофе, но оно у меня сегодня началось с кофе, поэтому все прекрасно. Мало того, что оно началось с кофе, я еще сходила в постамат, забрала посылку от Золотого Яблока. Профессор Skin Good от Отечности. Они довольно неплохие, и, по-моему, они были бюджетные. Я очень люблю маски от Darling, но эти тоже классные. И в этот раз я решилась пройтись по бренду The Act, потому что я пользовалась маской от них. Она мне очень понравилась. Маска для лица такая кофейная, по-моему. Но она, как по мне, пахнет чизкейком. И пользовалась маской для волос от них. С лавандой. Она мне тоже понравилась. И я решила дать шанс другим продуктам. Поэтому здесь у меня будет крем для ног. Очень красивая упаковка. Я его взяла исключительно из-за аромата. И из-за того, что, короче, я когда ложусь спать, у меня почему-то очень сильно начинают гореть ноги. Ну, типа пятки горят. Я не знаю, с чем это связано. Но... где-то в интернете я прочла, что это может быть из-за сухости кожи и что нужно пользоваться кремом. Я не люблю использовать крема для ног, но увидела, что здесь написано, что это лимон. И раз я взяла несколько продуктов от The Act, решила, что мне нужен этот крем. Сейчас я все открою и покажу вам. Только что был сломан ноготь. Под хряпку. Надо его снимать, он не доживет. В общем, вот такая очень красивая лимонная упаковка. Выглядит шикарно. Сам крем в металлической тюбе. Такой мы тоже любим, девочки. Да, пахнет как лимонный пирог. Прикольно. Аромат приятный, тюбик большой. Хватит надолго. Дальше у меня здесь крем для лица. Тоже от этого же бренда. Его я первый раз попробовала у Лики, когда была у них в гостях в Долгопрудном. Тоже металлический тюбик. Очень красивый флакончик. Очень приятный аромат. Легкий, быстро впитывается. У меня не вызвал никаких раздражений, аллергии и прочего. Классный базовый крем. Достаточно бюджетный, большой объем. Хватит мне его надолго. Короче, крем мне понравился, поэтому решила не экспериментировать особо и заказать. И заказала себе энзимную пудру, чтобы использовать ее на лицо там пару раз в неделю, потому что она хорошо очищает кожу, убирает роговевший слой. И не сильно травмирует кожу, насколько я знаю. И использовать ее не только на лицо, но и на тело, потому что у меня от жары на груди, на спине появляются какие-то высыпания. И я решила попробовать от The Act тоже вот такую вот энзимную пудру. У нее здесь вот такой вот... Ага, сейчас я уберу. Вот такая штучка здесь была. Вот так она открывается. Выдыхать я ее не буду, но легкий такой пудровый аромат. Не знаю, насколько ее хватит, но должно хватить. Ноготь сломан просто в щепки. Сейчас нужно его как-то аккуратненько снять, потому что заклеить его не получится. Ну, ему полный пиздец. Хорошо. Ты видишь, что я еду? Так, девочки, у нас тут полный закуп. Юлиана уже пошла. Блин, я не могу выехать. Так, все, поехали. Всем привет. Я надеюсь, что это видео не выйдет в августе. А то у меня в последнее время появилась какая-то привычка выкладывать видео на несколько месяцев позже или выкладывать прошлогоднее видео. Просто потому, что в какой-то момент, несмотря на то, что долго не было контента, контента стало очень много, и я такая, а почему бы и да? У нас херачит дождь. Я иду на маникюр. У меня пострадал ноготь. Я вам сейчас покажу. Минус один. Две недели. Две недели я с ними отходила. И все. Минус один сразу. Потому что очень много всяких штук делала руками. А ноготь был так очень слабый. Очень травмированный. И на нем не держится покрытие. А как бы... Нет сейчас такой роскоши. Не могу себе позволить такой роскоши ходить без маникюра. И вот этот вот без покрытия. Не прокатит, потому что кофейные масла, вот это все, оно вбивается в кожу, в пальцы. А мы завтра наконец-то открываемся! Ура! Я вообще не могла дождаться этого момента. Я вся в делах, вся в работе. Куча всякого разного нужно сделать до завтра. Короче, сделали очень много. И очень много чего мы не сделали. Поэтому
придется поднажать. Потому что завтра уже все. Завтра уже открытие. Вставать в 6:30 утра теперь каждый день. Я сейчас буду работать какое-то время без выходных, потому что мне нужно отстажировать нового бариста. И девочка, которая у нас должна была работать бариста, она не смогла у нас работать. И вот. Поэтому у меня теперь... О! Поля, леса. Красота. Просто роскошь на грани разорения. Как у нас тут все это открывается? Чакры. Чакры открываются. Пью первый коктейльчик. Это сам... мой первый коктейль. Первый коктейль. Всем привет, я Настя, это мой первый лимонад. Всем привет, я Настя, это мой первый лимонад. Посмотрим, что она приготовила нам сегодня. Вечером будет после. Так, Юлиана у нас тоже уже приобщилась. Здравствуйте. За расчесочкой бегала. Я помню месяц назад просто месяц назад Юлиана сказала, что ты снимаешь, Вик там, все, не снимай. Всем привет, друзья, это моя расческа. Это молодежный сленг. Точнее, я сегодня словно между двумя. На краю, блядь. Урок физкультуры. Мы снимаем рилс, пошли уже снимать на улицу. Уже переоделись. О, Оля, ты вовремя. Давай, переодевайся. Чинос снимаем. Это Оля. Оля у нас из Флоренции. Оля, мы видели. Всем привет. Так, она нас прыгать заставила. Перепрыгивать 10-50 раз. Все, мы всей маршруткой плакали, смеялись над нами. Три. Ага. Завтра кофейня Варта открывает свои двери. 8 часов. Мы ждем вас на завтрак. Спасибо. Всем доброе утро. Чье такси стоит 400 рублей. Остальные идите в жопу. Короче, у нас сегодня открытие. Нужно приехать на работу пораньше, на полчаса, чтобы подготовиться, ну и там какие-то штуки поделать всякие разные. Я зашла в Яндекс. Мое такси стоит 400 рублей, хотя обычно оно стоит там 110-120. Я хотела дойти пешочком, но поняла, что мне нужно было выходить 10 минут назад. Так я просто не укладываюсь по времени. На губах у меня карандаш от NYX, тинт вьетнамский и роуд. Меня просто часто спрашивают, что у меня на губах. А у меня как минимум 3 или 4 продукта, поэтому очень сложно ответить однозначно. Не могу поверить, что мы открываемся сегодня, у меня слов нет, наконец-то. И волнительно, знаете, и ощущение, как будто так и должно быть все. Ну чё, метро Люблино, работаем. Флоренция и кофеварка. Ура, мы открыты. Доброе утро! Поздравляю с открытием! Ура! Ой, камера вообще в шоке. Наконец-то нормальный этот самый. Конечно, это будет твое... Это место шефа? Мы сейчас даже наклейку сюда повесим. Место шефа. Сюда надо наклейку, чтобы с ноутбуком сидеть. Хочу снять. Шел второй рабочий день. Я вчера так задолбалась.
У нас просто, у нас была полная посадка, у нас был активный сервис. И просто, я не знаю, я приползла домой часов в 9 вечера, легла в ванну и легла спать. Мне даже некогда было ничего рассказывать. И снимать некогда было, и в туалет некогда было, сказать, и есть некогда было. Короче, был полный пиздёвочек Кирилл, поэтому уж не обессудьте. Казалось, что смогла. Ужин бариста, девочки. А это Вася, наш новый бариста. Ему смешно. Если бы Вася жил, как я, ему было бы уже не так смешно. Ну, просто красота. Это нечто. Ну, я считаю, что это идеальный именинный торт. Это очень смешно. Я бы, извините, от сосиски в тесте не отказалась бы. Если она не будет свой торт, я его съем. Че, как пить бозды ем теперь, да? Они где-то. Посмотрите на вот это. У меня голова не высушена. Погнали. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Алиса, днём рождения тебя. Спасибо. Загадывай, говорю. Она забудется, я тебе отвечаю. Ну, тем более такой торт. Спасибо. Спасибо. Ты опять сейчас там сделал. Да, она была такой самостоятельной. Как всегда. Нет! Здорово! Привет! Хорошо. Как бриллианты, как бриллиант. Конечно, это тоже своего рода бриллианты. Если так вот, переезжай чуть-чуть посильнее. Тебе нужно свой продукт запускать по-любому. Там. Просто прикол в том, что меня бы никто его не купил. Звонит курьер в домофон, говорит, мне нужна Виктория. Что происходит? Девочки, цветы! Боже, такие красивые! Ну, я не могу, ну что? Он даже собран в виде сердечка. Ну, может, вам, конечно, так не кажется со стороны, но я точно в этом вижу сердечко. Новая ленточка. 50 оттенков розового у меня теперь. Мне кажется, цвет уже мне никак не поможет. Ну, вот как их можно распаковывать? Они же такие красивые. Стойте тут. Так, ну, чтобы все были в воде, друзья. Чтобы всем хватило воды. Просто посмотрите, какая красота. Ну это вообще, ну... Я, честно, не понимаю девочек, которые не любят цветы. Вот просто, ну просто не могу понять. Они, конечно, за более практичные вещи. Денег на карту, покупочки, то все. Я считаю, что это можно все делать, но цветы тоже нужно делать. Не представляю своей жизни без цветов. Я их очень люблю. Я не могу. Я да, каждый день на работе даже к витрине к их 250 раз подхожу. Там нет новых цветов. Я постоянно подхожу, смотрю, потому что, ну, красивые цветы. Люблю цветы пипяу вообще. Так, не спрашивайте меня ни о чем. Я сделала себе губы очередной раз. Я вколола 1 миллилитр. Сегодня первый день. Я только что вернулась с процедуры. Поэтому не удивляйтесь и не падайте в обморок. Думаю, что те, кто делал губы, понимают, что отек сойдет. Это отек, он очень сильный. Губы будут в полтора, а то и в два раза меньше, чем сейчас. Завтра вообще будет самый сильный отек. Мне даже тяжело и больно разговаривать. У меня как будто губы живут отдельно от лица и не шевелятся практически. Но это из-за отека, это нормальная реакция. Теперь видно, что мне не 23. Ну, как бы мне не 23. Но зато теперь, по крайней мере, это видно. Ну да ладно, может и не видно.
Короче, очень сложно оценить результат, потому что они реально огромные. Ну, я буду вам показывать, наверное, что-нибудь, какие-нибудь отрывочки. Не знаю пока. Ой, ну просто милашка, не знаю. Ну, мне нравится, мне даже такой результат нравится. Извините меня, блеск за 4000 от Роуд, от Хейли Бибер, был куплен на Озоне, ну, как бы, для того, чтобы было его куда мазать. А когда губы не очень большие, мне его особо некуда было мазать. Теперь он быстрее закончится, и у него срок годности не пройдет, по крайней мере. Я, по крайней мере, себя успокаиваю так. Мне осталось работать последнюю смену на работе. И я готовлюсь к свободному плаванию и к переезду. Квартира в Москве активно ищется моим молодым человеком, прекрасным, замечательным, самым лучшим мужчиной. Потому что если бы я это делала, я бы отлетела кухой 100%. Надо включить себе вентилятор. Такие вот дела, девочки. Я сейчас попробую заказать себе что-нибудь в самокате, что-нибудь, что я смогу запихнуть себе в рот, потому что рот у меня не открывается практически из-за того, что губы отекли и опухли. Ну, мне, правда, даже тяжело говорить, я думаю, что это и так видно и понятно. Нельзя теперь активно целоваться, смеяться, пить из всяких трубочек, складывать губочки, вот это вот все. Но хочется говорить вот так, очень хочется. Но не осуждайте меня, я всегда так говорю, и без губов, и без рыбов, и без всего. Все, я вам пожаловалась. Поделилась новостями. Вот вы об этом узнали только сейчас. Ребятки с платного канала об этом узнали сразу же в первый день. Спасибо большое моим донатерам, которые подписываются на мой платный закрытый телеграм-канал. Подписка стоит всего 300 рублей в месяц. Грубо говоря, это просто обеспечение меня стаканчиком кофе реально и шоколадкой раз в месяц. Мне очень приятно. И очень приятно, что контент, который я там выкладываю, он откликается у людей. И что действительно кому-то это интересно, потому что там я делюсь своей жизнью вообще максимально открыто, лично, потому что знаю, что это такое пространство, где я могу чувствовать себя в безопасности, и меня не осудят. А если я осудят, то как-то это аргументируют, и у нас там супер лампово. Я там делюсь вообще всеми новостями, все там выходит в самую первую очередь, поэтому будет классно, если кто-то захочет тоже быть причастным к нашему маленькому секретному клубу и таким образом поддержать мой канал, выход моих видео таким вот донатом ежемесячным и узнавать какую-то интересную для себя информацию про меня на вот этом вот канале. Я пошла искать себе еду, и на этом все. Доброе утро всем тем, кто опаздывает в свой последний рабочий день на работу. Ну ладно, я не опаздываю, но немножко, знаете, так припозднилась. Обычно я прихожу минут на 15 пораньше. Сегодня вот без 5 пришла. Здравствуйте, здравствуйте. Я опоздала. Мне же 5 минут есть. Вы все здесь уже? Привет. О, ну и трэш. Девочки. Боже мой. Не хочу платить 192 рубля за такси. Я видела. В итоге, блин, ехала за 360, и в итоге мы еще застряли на этом, на Николаеве, возле Николаевского. Я говорю, а что такое? Машин сегодня просто больше. А как вы сегодня сделали? Сегодня Даша на весь день со мной или на полдня, и я потом Алина на полдня? Сейчас пойдем Алисе на реакцию на губы смотреть. Алисия. Как тебе перемены? А? Как тебе перемены в моей внешности? Вообще, красиво очень. Хотела себе на том году. Ты на лицо смотри. Что ты сделала? Я покрасилась. Она говорит, я вижу, что ты покрасилась. Алисия, вот здесь вообще не заметен. Алисия. Блин, губа. Губа. Жесть, говорит. Все, иду выводить, Алисия, все ради тебя. 43. Смотрим, 27. Твоя жизнь может стать еще более наполненной, вкусной и полной энергией, если ты позволишь себе наслаждаться. А, то есть мне надо наслаждаться своим графиком в 14,5 часов 5-2. Ой, я так наслаждаюсь этой жизнью. Но песня. Ну, красота, девочки, смотрите. А это тоже мне? О, нифига себе. Вот так вот, медведя себе за 1300 не купила, а мне купил. Спасибо, Вася. 160 рублей, извините. Розовый торт, девочки.
смазки уберите его куда-нибудь в холодильник или себе, поставьте его куда-нибудь, чтобы он не это. Надо, наверное, тогда Ане сказать, чтобы она не покупала или как? Она сказала, что где-то. Или себе. Валера? Валера, настало твое время. Ладно, кто понял, тот понял. А вы похожи. Тут еще так тень падает, что мне губы в 3 раза больше выглядят. Это Хиллс? Бог. Не знаю, но Малина сейчас же скажет, она танцами занимается. Ты же 10 раз попал. А, ты видела? Сфоткала? Я видела сама. Сфоткала? Сфоткала? Наконец-то этот букет для меня. Каждый раз я подходила и спрашивала, это вы для меня собираете? Каждый раз мы говорили, нет, не для меня. Маша, привет! И наконец-то для меня. Оля, спасибо за букет. Ура! Мы дождались сегодня. Все, я отчет скинут, смена в кофеварка официально объявляется закрытой. Это было рекордно? Нет, это была рекордно низкая выручка. А кому какой сок? Так и быть, скину вам деньги на сок завтра. Что, реально? Нет. Чупаю. Это очень приятно. Спасибо, что я помню такого сока. Знаешь, когда там пришел на горы. Так, ну что, Флоренция, готовы? С днем флориста вас, кстати. Поздравляем! Поздравляем! Я вовремя, да? Это реально, это круче, чем у нас корпоратив на Новый год был, реально, я вам отвечаю. Я знал, что здесь будет только спать, я вином подарил. Не знаю, конечно, наверное, сладкий. Я на это надеюсь. Я думаю, что да, там соус сладкий, скорее всего, это перчик сладкий. Ну, всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Друзья, а тут палочек? Тут есть... Если что, вилки. Можно я просто так сделать, по всему столу пройдусь на одну? Давай. А, сидят, пишут что-то, поздравления какие-то, открытки. Блин, пицца просто, вот это вот разнос с креветками, ой, с ананасами. Цветы, цветы, цветочки, мои цветы. Да, что мне подарили мне. Блудные дети. Здравствуйте. Юлиан Сергеевна, что опаздываем? Начальство задержит. Чего? Отвернись. Не смотри. Для антуражу. Если что, да, ты ж нам скинешь, да, вот это все. На ютубе себя ищите. Да не хочу ты мне. Ты мне скинешь, что я тоже посмеялся над этим. Надо полчаса обычно. Так, ну что, Куля. Ты потрясающая женщина. Уже. Ты яркая, сумасшедшая энергетика крутой. Я вообще очень рада, что я тебя встретила. Что ты досталась мне от Паши. Достала меня. Нет, нет, нет. Я была рада с тобой. Прежде всего, рада с тобой была познакомиться. Пожалуйста. И вот, да, почувствовать вот эту вот энергетику крутую от тебя. У тебя много чего получится, вообще ничего не бойся, за все, что ты не возьмешься, все получится. Николай, держись. 100%. Вот. Поэтому я тебе говорила, что ты не для этого города, а для большого города. Ты создана для чего-то большего. Для чего-то большего. Ну, так как ты едешь к Николаю. Николай, привет. Да, привет, Николай. Пусть он заботится о тебе обязательно, любит, уважает тебя. Вот. Пока все по списку. Да. Ну, так, в общем, достигай, верши. Вот, наверное, этого. И... Закладывай на меня! Я так и знала, что это самое интересное, знаешь, что когда ты сказала про эти духи, а я уже их заказала, думаю, блин. Я их так хотела. Зеливки? Завтра? Секретный лайк. Вот так вот, девочки, вот так. Учитесь, как надо работать. Чтобы при увольнении вам дали дизелинский розен. А что ты хихикаешь? Я не пойму, Василий. У нас какие-то эти самые. Я хочу знать, что в ноутбуке. Я попробую, насколько. Вася, что в ноутбуке? Настроилась. О, шикарно. Это ты сделала? Откуда эти видео? С
жесть. Блин, жалко, что нам все не получили. Это у тебя сейчас наушники кто-то играет, да? Как когда попросили быть сексуальным для клиентов. Танцевали. О, господи! Когда мы слились... Ты хачапури заказывал? Да, оно было ужасно. С вирусом. Да, там было... Мне с него деньги вернули. Химикальные? Да. Там, кстати, такое себе. Это жесть. Бля, это крутое видео. Вот. Не реально как будто день рождения. Реально. Сегодня вечером, в этот прекрасный солнечный день, как будто мы прощаемся с нашим коллегой. И в связи с тем, что наш коллега нас покидает, мы будем грустить некоторое время. Спасибо. Вот. Но мы знаем, что в лучшем мире, как бы. Там ей будет лучше. Там ей будет лучше. Помним, скорбим. О потере такого сотрудника и шефа. На секунду. Не чокаясь. Не чокаясь. Нюхаем подсолнухи. Так у нас проходит увольнение, девочки. Вообще. Вот так вот. А где Вася? Вася там останется ночевать. Ну что? Закрывается Василий. Так ты смену еще не закрывала. Да, так я смену еще реально не закрывала. Последние. В помойку, да, снимем обязательно. Ну сними нашу. Все. Этот этап жизни можно считать завершенным. Я побегала.